Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Саня и Вали. Сегодня я хочу построить дом. Хочу показать, как я строю дома в Майнкрафте. Так. Здесь мы берем все необходимые, так сказать, материалы. В принципе, возьму, пожалуй, стекла и булыгу. Булыжка. Так, все, начинаем строить. Раз, два, три, четыре, пять. Ой, черт, мне здесь. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, три, ой, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Так, немного сделаем. Так. Так. Потом, конечно, не ожидайте, что я построю типа обувушную постройку. Я начну, так сказать, могу построить, конечно, что-то более грандиозное, чем это, но я хочу вам показать, какой домик я хочу сделать. Так, что мне еще тут нужно? Что? Понятно. Плиты, они мне тоже будут нужны. Так, окей. Просто делаем вот так. Ой, пардон. Сделаем так и строим крышу. Смотрите внимательно, как я строю крышу. Черт. Постоянно наверх не смотрю. Так, делаем. Делаем так. Так. Вот так. Так и вот так. Дальше делаем. Просто так дальше идем. Так, вот здесь поставлю желательно черные окна. Так, и вот так. И вот так как-то. Хотя нет. Не так я хотел сделать. Так, еще дальше.
Так, берем любой цветок. Например, вот этот вот, ну, можно любой цветок. И делаем вот такой вот незамысловатый интерьерчик. Ну, это еще не интерьер, это интерьер на улице, можно так сказать. Так, где, блин, горшок? Я его из виду потерял. Где же он? Где же? Вот он, цветочный горшок. Так, вот так вот ставим. И по красному маку. Раз, два. А теперь займемся, пожалуй, интерьерчиком. Так. Так, ставим. Берем стакан. Так, еще вот здесь сундук. И щепку. Как-то он тут некрасиво выделяется. То есть, в принципе, сундуки вот сюда еще поставим. И факела повесим. Так как это, можно сказать, старая версия, и на ней не было надвесных фонарей. Я бы их повесил с удовольствием, но что есть, то есть. Итак, хороший дом за 8 минут. Можно сказать, практически готов. Вот. С виду очень простой, хорошенький и уютный. Заглядываем внутрь. И вот такой вот интерьерчик. Кому не нравится, я не заставляю любить прям сильно этот дом. Ну, я могу и помасштабнее, конечно, построить, но просто я люблю строить скромные хижины. Это с вами был Али. Всем пока.